Да, национальная идея – это, ну, на сегодняшний день это кажется актуально, востребовано и животрепещуще. Но на самом деле это все пустота, и за этим ничего не стоит, потому что миром правят символы, ритуалы и капитал, а это, как известно, наднационально. Поэтому разговаривать о национальной идее бессмысленно, особенно учитывая атомарное состояние общества. Каждый индивидуально решает для себя, что для него на сегодняшний день национальная идея.